С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budublog.ru и www.makiwara.ru. Сегодня я расскажу вам о креплениях для портативных макивар. То есть дам коротенький такой обзор из практики собственной, чем лучше крепить макивары на улице, именно портативные макивары, которые крепятся на дерево, на стол, и чем лучше не крепить. Давайте посмотрим.